Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Crystal Maiden, его название Regalia of a Crystalline Twin. Давайте рассмотрим модель нашей Crystal Maiden. Вот такая у нас королева льдов. Что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. До недавнего времени это был самым дорогим, самым роскошным сетом. Если я не ошибаюсь, это вообще самый первый комплект на Crystal Maiden из всех существующих. Так вот, мне данная королева вполне очень нравится. Во-первых, за ее вот прическу вот эту с короной. В игре посмотрим, как она выглядит на иконке. Ну, также мне нравится вот этот роскошный золотой посох с какими-то кристалликами льда. Вот этот роскошный плащик. Ну и как бы другие мелочи. Вот здесь у нас довольно симпатичные плечики. Ну, все вещи выполнены в одной манере, в одной гамме, очень лаконично смотрятся. Так, данный сет состоит у нас из 5 частей, 3 рарок, одной энкомонки и одной комонки. Давайте посмотрим, как выглядит Crystal Maiden в игре. Вот такие тетеньки. Ну, как бы, довольно различаются. Сразу бросается в глаза вот эта прическа с короной. И вот этот массивный крутой посох. Прям у какого-то Деда Мороза, наверное, она украла его. Давайте вот спереди посмотрим, как Crystal Maiden выглядит. Поближе. Спереди так. Сзади вот так. Крутой плащик. Совсем другой. Довольно симпатичные модельки вещей. Текстуры симпатичные, вот эти узоры. Почему вот вы инвокеру не насовать вот таких красивых, резных всяких снежинок там, или не обязательно снежинок, а вот, ну, что-нибудь красивое нарисовать. А то какую-то шляпу там берут в основном. Скучно. Давайте спереди еще раз посмотрим. Здесь. Так, давайте рассмотрим иконки наших Crystal Maiden. Вот с этого иконка. Таким симпатичным причесончиком. Наверное, очень много денег отдала за эту укладку. Также у нее здесь на шее звезда горит. Ну, правда, не горит, но висит. Короны же, к сожалению, не видно. Ну и стандартная Crystal Maiden. Очень скучная такая, на мой взгляд, по сравнению с этой. Ну, волосики помытые, причесанные и все. Ну и здесь кристаллик льда. Так, ну это, наверное, все изменения. На этом все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.